Между тем, бесплатное такси для женщин в честь 8 марта запустили в Таразе. Благотворительную акцию организовали сотрудники молодежного ресурсного центра. Для девушек и женщин в разных частях города курсируют 10 автомобилей с наклейкой «Бесплатное такси». Водители останавливаются на остановках, поздравляют с весенним праздником и предлагают представительницам прекрасного пола доехать совершенно бесплатно до места назначения. Это стало приятным и неожиданным подарком для жительницы. Такая акция в городе проводится 4-й год подряд. К слову, в областном центре проживают свыше 400 тысяч человек. Из них больше половины – это женщины. Всего же в регионе насчитывается свыше 43 тысяч многодетных матерей и почти 5 тысяч обладательниц подвески «Алтын-Алқа». Настроение очень замечательное. В такой праздничный день для женщин, для пожилых людей бесплатное такси. Я благодарна этим ребятам, которые сотворяют просто маленькую радость для всех нас. Средства на мероприятие не выделяли. Мы предложили поучаствовать активистам, волонтерам города. И они с удовольствием решили принять участие в этом благом деле. Акцию «Бесплатное такси» планируем проводить не только в честь 8 марта, но и в предстоящие праздники.